Шесть белоснежных автобусов, только что сошедших с конвейера Павловского автозавода, прибыли в село Починки. Ключи от этих красавцев торжественно вручили их будущим водителям. Виктор Лашманов уже 38 лет работает в Починковском автопарке. Новым автобусом, конечно, он рад. Никогда не думал об этом, не менял. Так понравилось работать, так и работал. Раньше у нас бы как? Два дня работаешь, два дня выходных, а сейчас маленько у нас по-другому все стало. Водителей мало, нагрузка большая. А так, до пенсии доработаю, сейчас уж никуда не уйдешь. Старые автобусы ломались, и из-за этого были сбои в расписании. В новых усовершенствованная система вентиляции и отопления, более мощный двигатель, а еще вот такая заходная ступенька, чтобы войти. Очень понравилось, они очень хорошо стояли, прям как белые лебеди. Будем надеяться, что они нам послужат. У нас все будет хорошо. На покупку новых автобусов было выделено 8 миллионов рублей. Так работает национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Автопарк мы обновляли 6 лет назад. Ну и даже вот те автобусы, которые мы прибыли 6 лет назад, они приходят в негодность. А остальные, у нас их 12 лишних автобусов, те вообще старые, им до 15 лет даже. Уже через неделю новые автобусы выйдут на свои маршруты. Ольга Абрамова, Алексей Калякин. Время новостей.